подойдет? Итак, мы с вами сейчас можем лицезреть знаменитую царь-бомбу, как ее также в народе называли. И, соответственно, когда Хрущева гневают вот такие вот, соответственно, действия Соединенных Штатов, к нему Сахаров прилагает испытательное ядерное оружие. Сначала предполагалось, что будут испытывать бомбу мощностью 100 мегатонн, но на самом деле в узких кругах ученых даже ходили такие разговоры, что это очень опасно для всей Земли, потому что никто даже не понимал, как взрывная волна и какое вообще влияние это окажет на всю Землю. Поэтому было принято решение снизить мощность бомбы в 2 раза, до 50 мегатонн. И, соответственно, уже над архипелагом «Новая Земля» было испытано термоядерное оружие. И вот на самом деле мы с вами неоднократно говорили, что мир ядерной физики – это мир парадоксов. И на самом деле эта бомба была очень мощной. Чтобы вы понимали, ядерный гриб превышал высоту Эвереста в 7 раз, а вот инфразвуковая акустическая волна обогнула Землю в 3 раза. И почему это парадокс? Потому что, несмотря на свою разрушительную...